Вот. Идеальная женщина. Свой день рождения. С утра на кухне готовишь мужу завтрак. Да, это я твоя жена. Что, правда любишь? Люблю. Может, открыть? Бриллианты. Моей жене только бриллианты. Какой хорошенький. Нравится? Нравится. Спасибо. Как же я тебя люблю. Спасибо. Слушай, давай третьего ребеночка заделаем. Прямо сейчас. Давай. С днем рождения! С днем рождения, мама! С днем рождения тебя! С днем рождения! Спасибо. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! Спасибо, мои любимые! Спасибо! До вечера. Может, все-таки заеду за тобой? Что ты будешь мотаться, а? И так на работе устаешь. Приезжай в ресторан, а я возьму такси. Святая, прям. Ну давай, иди, кто сейчас на работу опоздает опять. Ну сейчас еще 3 секунды. Иди. Доброе утро, Тамара Ивановна. Доброе утро, Анечка. Сами-то завтракать будете? А то муж накормили. Я с подружками договорилась позавтракать. Сегодня вечером в салон ехать. Подготовиться надо к празднику. Ну, конечно. Дело нужное. Я сама. Сама открою. А можно я с вами в салон? Нет. Детям там делать нечего. Я уже не ребенок, между прочим. Лер, ешь. Завтра с папой сходим куда-нибудь, я тебе обещаю. А давайте в кино. Хорошо, в кино, обещаю. Ты? Это от папы? Да нет, не от папы. Ну-ка, дай-ка я посмотрю. С днем рождения, любимая. Не подписано. Может, курьер адресом ошибся? Странное совпадение. Мам, у тебя появился тайный поклонник. Не говори глупостей. Девчонки приехали, надо одеваться. Дань, сделай маме подарок. Слушай, стеняй, ладно? Ладно. Это моих подружек. Вкусно. Так. Вот как бы вот это вот все съесть и не потолстеть. У тебя такая отличная фигура, чего тебе бояться, Катя? Ой, ты такая хорошая. Вот всем бы таких подружек. Слушай, костюм шикардос. Илюх молодец. Да, правда? Да. Спасибо. Ой, девочки, мне сегодня утром такой букет курьер принес. Вот такие розы. Внутри открытка «С днем рождения, любимая», но без подписи. У тебя любовник? С ума сошла, это ателье. Но вечером выясню. Вот, Анька, ты все-таки счастливая. Вот как со школы за Илью замуж вышла, да? Так вот и живет до сих пор, а? Как принцесса из сказки. Вообще, твой Илюха молодец. Знаешь, я хочу выпить за вас.
За то, чтобы ваша жизнь всегда была такой же счастливой, хорошей. Давай. За тебя, за Илюшу. Давай. Да. Спасибо, девочки. За Илью. Да, да. Ну так вот, это ясновидящая моя сестра говорит. Ты, говорит, брось по врачам ходить. У тебя, говорит, и без того дитё будет. Ну, у меня сестра и бросила лечиться. И через полгода, представляете, забеременела. Девочке скоро год будет. Ну, а адрес-то есть у этой ясновидящей? Хотите, дам. А хотим. Дай, нам же интересно. Ой-ой-ой, дайте, дайте, я тоже хочу. Ерунда все эти ясновидящие. Ну, как же ерунда? Люди же говорят. Хотите, проверим? Я вот сама к ней пойду, ничего про себя рассказывать не буду. И она тоже мне нагадает и мужа богатого, и ребеночка долгожданного. Хотите, проверю? Ну вот серый дом, этот вот пятиэтажка, да? Ну, значит, вот этот подъезд, все. Ну что, эксперимент начинается. Садись сюда. Спасибо. Я хочу узнать, выйду ли я замуж. И кто мне родится. Молчи. Возьми сахар. Погрей в ладошки. Вот так? Так. Давай. Ой, девонька, ой, много горок тебя ждет, много горок. Сильный будь, терпи, надежду не теряй, и тогда все пройдешь и все преодолеешь. А что такое горки? Тюрьма ждет тебя, и с ума, и любовь большая. Меня? И что, все? Без подробностей? Без подробностей. И так мне страшно стало. Зачем вы все это придумали? Ты че, подруга? Ты что, шарлатанке, что ли, какой-то поверила? С ума тюрьма тоже придумала там. Нашла, кому говорить. Так, короче, все, поехали. Анечка, ну мы пошли. Угу. Дань, сейчас Тамара Ивановна отвезет вас к бабушке. Пожалуйста, не хулигань, ладно? Да. А утром мы с папой за вами заедем. Пока. Ну, все будет в порядке. Счастливо, спасибо. Отдыхайте, не волнуйтесь. Спасибо, Тамара Ивановна. Thank you.
Степан. Здравствуй, Анечка. Здравствуй. Какая ты красивая. Готовишься? Что-то случилось? Нет. Наоборот. Может быть, подойдет к твоему платью? Ты чего? Мы же с ним встречаемся в ресторане. Ну, я решил без посторонних. Да, посторонних-то не будет, все свои, вот Илья уже едет. Ну да, едет, едет. Кстати, как тебе мои цветы? Так это ты? А я думала, Илья. Ну, не все время Илья. Ну ты посмотри подарок, ты посмотри, я же выбирал, старался. Смотри. Извини, не могу принять твой подарок, слишком дорогой. Такие подарки только очень близкие люди дарят. Стёп, мы уже говорили с тобой об этом. Да, говорили, но я же не сказал, что я отказываюсь от тебя. Анечка, я вот чувствую, что ты моя женщина. Понимаешь? Ты, Стёп, компаньон Ильи, ты даже друг. А друзья так не делают. Они по-разному делают. Не возьму я, уходи. Ну чем он лучше меня? Чем? Для меня всем. Уходи! Обидно, Таня. Просто обидно. Только зря ты так со мной. Все равно ты будешь моя. Причем по своей воле. Скоро все изменится, Анечка. Все изменится. Это я. Он жив? Следственная бригада, работающая на месте аварии, выяснила, что в автомобиле вашего мужа была повреждена тормозная система. Так что есть версия, что это не просто ДТП. Как вы думаете, у вашего мужа враги были? Стало проходить. Здравствуйте. Здравствуйте. Патрушев.
Ну ты как? Посижу немножко. Моя хорошая. Соболезную. Спасибо большое. До свидания. Пришли. До свидания. Спасибо, Николай Иванович, вам за добрые слова, за помощь, за все. Спасибо большое. Анечка, не надо, девочка, оставь, все оставь. Я все сделаю сама. Иди. Иди, моя зайка, отдохни. Посиди. Здравствуйте. Я из похоронного агентства. Анну Петровну ищу. А вон туда, пройдите, пожалуйста. Здравствуйте, Анна Петровна. У вас дверь не заперта. Да. Люди расходятся. Анна Петровна, простите, что я беспокою вас такой неурочный час, но дело не требует отлагательств. А в чем дело? Вот тут у меня чек, который вы... которым вы расплатились за похороны вашего мужа. Банк его не принимает. Такого не может быть. Странно. Анна Петровна, может, вам удобнее наличным рассчитаться? Хорошо. Завтра я заеду к вам в офис. Анна Петровна, вы в мое положение войдите. Мы ведь с вас никакого аванса не брали, хотя всегда по предоплате работаем. Мы пошли навстречу вашему горю. А тут такое. Я поняла. Посидите немного, я сейчас попозже доеду с вами до ближайшего банкомата и закончим это. Я ничего не понимаю. Пишет, операция невозможна. Анна Петровна, при всем уважении. Я вас очень прошу, вы подождите до завтра. Я заеду в банк, все выясню. Наверное, какая-то ошибка. Анна Петровна, вообще мы не имеем права сообщать подобного рода информацию, но, учитывая обстоятельства, понимаете, ваш муж, покойный, буквально на днях перевел все деньги на другой счет. Поэтому ваш счет заблокирован. Какой другой? А как же мне теперь им воспользоваться? Боюсь, что никак. Понимаете, этот счет совместный вашего мужа и другого физического лица. Ну, конечно, если он не сказал об этом особо в завещании. Кто это, другое лицо? Я не имею права, это банковская тайна. К кому же мне обратиться? Ну, может быть, ваш муж дал особое указание в завещании? Нет никакого завещания. Я разговаривала с адвокатом. В таком случае ваш муж очень неразумно поступил. Что теперь делать? Не знаю. Но теперь вам придется научиться решать проблемы без нашей помощи. Тамара Ивановна, вы потерпите, пожалуйста. Вот пока я на работу не устроюсь. А то как же я и работать буду, и за детьми ухаживать. Анна Петровна, вы жизни не знаете.
какую работу вы себе найдете, да еще в нашем городке. А мне детям помогать надо. А у них няньки нету. А родная бабушка далеко нянчится с другими детишками. Чтоб своим было, что покушать. Ваши дети разве не работают? Они-то как раз и горбатятся. День и ночь. И за месяц им платят столько, сколько ты в день тратишь. Так что будь добра. Рассчитайся со мной. Садись, подвезу. Спасибо, я на автобусе. Ну садись, садись. Поговорить надо. Да не бойся, не съем. Ну садись, садись, поговорим просто. Чай будешь? А я буду. В общем, история такая. Твой мужик мне денег должен. Много денег. Но у меня нет денег. Но вы же с Ильей компаньоны были. Ну, были когда-то. А может, и есть то другое физическое лицо? Какое лицо, Аня? С которым Илья совместный счет оформил. Обманул его? Да никто никого не обманывал. Я предложил ему сделку. Он не отказался, согласился. В чем обман-то? В общем, короче, счет не счет, а долг Ильи мне никто не покрыл. Это факт. Я не могу отвечать за долги своего мужа. Как не можешь? Анечка, а кто же тогда отвечает-то? Ты же жена, в конце концов. Ну, у меня есть люди, которые умеют выбивать долги. Есть звери просто. Я и сам боюсь, вот веришь? Ужас. Ну, ты пойми меня-то, наверное. Ты мать. Как ты меня-то выставляешь? Кем? Только посмей подойти к нему. Я тебя... Анечка, ну, деточка, ну не надо только мне угрожать, ладно? Не надо, ну. Со мной можно договариваться. Короче, я не банк, у меня нет времени ждать. Я продам дом. Сразу верну тебе деньги. Угу. Это половина долга не покроет. Думай еще, что можно предложить. Что я могу предложить? У меня больше ничего не осталось. Думай. Аня, думай, что ты мне можешь предложить. М? Неужели из-за этого? Это ты подстроил аварию? О. Ты просто всегда завидовал Илье. Хочешь жить его жизнью. Забрать бизнес, дом, жену, да? Грубо, Анечка, грубо.
Ладно, на сегодня разговор закончен. Я тебе позже позвоню. Иди. Давай, давай. Анечка! Пожалуйста, не вздумай никуда уезжать из города. Я тебя везде найду. Шубу не упаковываешь? Я ее продаю. Тетя Катя сейчас придет. Зачем? Это же папин подарок. А что это у вас все двери-то нараспашку? Кто хочет заходить, кто хочет воруй. У нас воровать-то нечего. Вот она. Вот она. Ну, хорошая. Ой. Держи. Так. Это тебе? Угу. Это тоже тебе? А что вы зеркала-то позавесили? Суеверие это все. Тебе очень идет. Правда? Я не так долго мечтала. Сейчас. Вот-вот-вот. Вот они. Вот они. Вот они. 30 тысяч. Как мы с тобой договаривались. Спасибо. Кать, мы же договаривались 35. А ты ее неаккуратно носила. Что ж, подружки твои хваленые. Ну, чего они тебе денег не займут? Да бесполезно. У них нет таких денег, а даже если бы были. Ничего не понимаю. Он же знает, в каком ты положении. Все, что можно, ему отдала. Чего он добивается? Осталось только с моста вниз головой кинуться. Меня он добивается. В каком смысле? В том самом. Он еще раньше, когда еще Илья был жив, ко мне приставал. А тут нашел способ добиться своего. Аню, ну, ты что, согласилась? Мам, ты в своем уме? Ну, что? В своем уме. Ты его видела? Стоящий зверюга. Ну, так, может, обойдется. Ну, что ты на меня смотришь? Ну, подумаешь, какое дело. Позвони ему. Ну, ты о детях подумала? А что будет, если он до детей доберется? И нам с тобой уже скоро есть нечего будет. Ни нам, ни детям. А он мужик богатый. У него денег полно. Ну, вдруг он нам поможет?
Ложись спать, мама, уже поздно. Мужики на джипе. Еле-еле убежала. Вставай. Все в порядке. Все в порядке. Степан Петрович, ну, я поговорю с ней, а? Миш, ну что ты глупости какие-то говоришь? Ну так где она у нас, наша Анечка? Ну я не знаю, где она, я сама волнуюсь. Татьяна Сергеевна. Ой, Татьяна Сергеевна.
А вам не кажется странным, что мать не знает, где находится ее дочь? Не кажется. Не кажется. Ну, так плохо воспитала. Ай-яй-яй. Степан Петрович, посмотри, здесь записка какая-то. Мама, нам с детьми пришлось срочно уехать. Не переживай за нас. Надеюсь, скоро смогу выйти на связь. Крепко целую. Аня. Значит, уехала. Ну, что же ее так воспитали упрямицей? Да. Извините. Ничего, ничего. Может быть, вы моя будущая теща. А с тещей надо дружить, да, Миша? Татьяна Сергеевна, я вам по дружбе оставлю свой телефончик. Секретный. А вы мне звякните, если Анечка найдется по дружбе. Хорошо? Договорились? Договорились. Степан Петрович, ну, если уехала, может, на трассе посмотреть? Которые гнали за мной. Подойди ко мне. Мам, там же наши вещи. Бог с ними, с вещами. Запрыгивай. Спасибо, спасибо. Так, давайте, давайте. Данечка, скажи, садимся. Мам, осторожно. Угу. Вера, спускайся потихоньку. Осторожнее. Спасибо, спасибо. Все, счастливо. До свидания. До свидания. Я, если честно, есть хочу. А я пить. Сейчас поедим, где-нибудь попьем. А где мы жить будем? Не бойся, не останемся на улице. Вера, посидите здесь, поешь? Ага, хорошо. А я пойду куплю газету с объявлением, поищем квартиру. Угу. Да? Бип. Не грусти. Держи. Откроем, Лен. Ну, хорошо. Алло, здравствуйте. Я хотела бы снять однокомнатную квартиру. Мне все равно, в каком районе. Скажите, сколько это будет стоить? Да, с детьми. Сколько? А почему так дорого? Агентство. Спасибо, вам перезвоню. Скажите, у вас другой газеты нет? О! А это чем плоха? Да здесь объявления одни агентства дают. Им надо платить столько же, сколько за квартиру. Ну, а что ж вы хотите? Это же Москва. Ничего я не хочу.
То есть я хочу найти, где мне с детьми остановиться. О, удивила. У вас тут таких тысячи приезжают. Извините. Подожди, послушай. Пойди сюда. Ты знаешь, вроде моя соседка сдает комнату. По московским ценам вообще за копейки. Или тебе комната не подойдет? Да мне подойдет. На первое время все подойдет. Ну, тоже так думаю. Подожди-ка. Спасибо вам большое. Говорят, москвичи черствые. Москвичи. Какая москвичка? Тоже приехала лучшей жизни искать. Держи. Спасибо. Ага, слушай-ка, ты там сразу не пугайся. Хозяйка на самом деле баба душевная. Поняла, спасибо. Да. Счастливо. Счастливо. Ура, нам есть где жить. Мимо, передайте, поедем. Так, стало быть, вы мои новые жильцы будете. Да ничего не договоримся-то, договоримся. Вы здесь не одна живете? Нет, хахаль мой вон там. Да ты не боись. Не боимся, он у меня тихий, безобидный. Мама, я боюсь, это что, Баба-Яга? Да, не говори глупости. Сышка, видишь, как просто-то? Посмотри, смотри. Иди сюда. Хочешь на коньках кататься? О, владей. Мама, а когда мы снова поедем домой? Пока не знаю, Дань. Наверное, скоро. Я соскучусь по няне, по папе, по бабушке. По всем-всем-всем. Зато я с тобой, и Лера. И бабушке мы скоро позвоним. Да, мам. На здоровье. Мам, спасибо. А Москва, когда надо весь день в комнате сидеть? Нет, Дань, не ешь руками, Дань. Возьми вилку. Надо просто побыть немножечко дома, пока я не найду работу. Когда у меня будет выходной, мы с вами везде-везде побываем. На Красную площадь сходим и в парк на карусели. Надо просто немножко потерпеть. На. Держи. Опыт работы уборщицы есть? Уборщицы. Но в объявлении было сказано, требуется администратор. А администратора уже нашли. Не хотите уборщицы? До свидания. Я хочу. У меня есть опыт работы. Только из-за безвыходного положения берем вас на эту вакансию. Но только на испытательный срок. Я понял. У нас строго. Угу. Значит так, здесь у нас тренажер, здесь солярий, там подсобка. В ней находится все необходимое для работы. В ней же переодеваемся. Понятно. Правила у нас жесткие. Опоздала – уволена. Оставила где-нибудь грязь – уволена. Заговорила с клиентом – до свидания. Ну а вдруг клиент меня что-нибудь спросит? Ну а если спросит, отправляйте к менеджеру или к тренеру. Запомни, тебя должно быть не видно и не слышно. Поняла? Я поняла.
Тогда вперед. Вы мне не поможете включиться от агрегата? Сейчас я позову тренера. Ой, да не надо, я целый час стою, жду этого тренера. Уже устала стоять. Чего пришла, не знаю. Спасибо вам большое. Вот смотрите, сначала надо выбрать скорость. Угу. Угу. Надо вести вес, ну, чтобы узнать частоту сердечных сокращений. И какой у вас вес? Чего? Какой вес у вас? А, сегодня завесилась, аж вздрогнула. 110. Так, а держите за поручни. Вот. Сидите за пульсом, но вам не надо, чтобы выше 130 превышало. Ну вот все. Как ты думаешь, я похудею? Конечно. Главное, после занятий сразу не ешьте, ну и после 6 вечером не наедайтесь. Удачи вам. Спасибо. Тебе к тренерам работать, а не полы тереть. Эй, подойди сюда. Пожалуйста, подойдите. Я что, неясно объяснила? С клиентами в разговоры не вступать. А ты еще и на тренажа залезла. Я только выставила скорость, и все. Что, сильно умная, да? А простых вещей не понимаешь? Ты уборщица. Уборщица. Да я все понимаю. Просто тренера очень долго не было, клиентка злилась, торопилась. А если из-за этого она больше не придет к нам? Все? Намитинговалась? Да я не митинговала. Я просто пыталась помочь. Все. Ты уволена. Ну, как уволена? Вы же меня только приняли. А ты не прошла испытательный срок. Извините, я исправлюсь. Нет, такие, как ты, не исправляются. О, вот ты где. Чего ж ты мне показал, как включать, а как выключать, нет. Так что я свою норму перевыполнил, пока не дотумкалась, как выключать. А что тут происходит-то? Работник, как оказалось, не соответствует строгим требованиям нашего клуба. Но вы не беспокойтесь. Эта уборщица у нас больше не работает. Как это не соответствует? Она душевная. Помогла мне с тренажерами разобраться. Вы чего? Она не имела права это делать. Извините, вопрос решен. Стой! Аня, стой! Подожди. Ну, змей, я их уговаривала. Бестолку. Получается, из-за меня тебя прогнали. Да ничего страшного. Я все равно здесь долго не задержалась. Что ты сюда пошла-то? Зачем? Деньги нужны. У меня образования нет. Никакого. И опыта работы тоже нет. Да, плохо дело. И человек-то, видно, хороший. Слушай, а может, тебе ко мне пойти работать? А к вам-то куда? А, на рынок, вещевой. Я там несколько палаток держу. Как раз из одного продавщицы ушла. Замуж ушла. Я, правда, ничего не умею делать. Тем более торговать. Я тоже ничего не умела. А потом так насобачила, что мужа не на тренинге, могу как дольчика бана втюхать. Ну что, согласна? Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну, это хорошо. Молодец, что согласилась. Деньги заработаю, все будет хорошо. Что ты здесь будешь их слушать, а? О, здрасте. Ой, извини,
не бойся, заходи, знакомиться будешь. А когда мама придет? Ну, когда мама придет? Скоро, тихо. Если останешься дома один, никому не открывай, понял? Да. Все, тихо. Включи. Будем. Я работу нашла. Поздравляю. Ну, как ты себя вел, Дань? Хорошо. Не хулиганил? Нет. Ой. Ну, привет. Мам. Привет. Теперь у нас появятся деньги, мы сможем отсюда переехать. Я больше не хочу здесь жить. Когда тебя нет дома, мне страшно. Лер. Ты же мне совсем большая. Ты все понимаешь. Угу. Я без тебя не справилась. Видите, ребят, мне теперь работать надо. Да, мама. Да? А тебе придется с Даней посидеть какое-то время. Ну, потерпи, я тебе обещаю, что устрою Данечку в сад. Угу. Тебе в школу ходить надо. Что-нибудь придумаем. Мы все преодолеем. Все горки. Без опозданий. Да я понимаю, да ладно, в следующий раз пораньше вставай. На, держи. Завтра рабочее место, сама будешь готовить. Так, слушай, значит, сюда повесишь халаты, вниз штаны, наверх блузки. Так, все вплотную вешай, чтобы свободных мест не оставалось. Слышишь? Угу. Вот, значит, если будут штаны брать, ты вверх предложи им. Нахваливай, мол, туда и сюда идет, в общем, даже если не идет, хорошо? Так, ни в коем случае без присмотра не оставляй. Если что, Дашку попросишь, она приглядит, пока ты бегаешь. Я поняла. Даш! А? Привет, соседка. Привет. О, что, новенькая? Ага. Помоги девке, если что. Да, не вопрос. Тебя как звать-то? Новенькая. Аня. Аня. Ну ты обращайся, если что, Ань. Не стесняйся. Договорились. Спасибо. Опа! А ты что здесь, что ли?
А что не открываешь-то? Я стучу, стучу. Уж не знал, что подумать. Ты что? Ну, посмотри на меня. Ты что, ревел, что ли? Нет. Может, ты голодная? Да нет, но мама оставила обед. А что тогда? Я просто хотела убраться, а у меня нет ни тазика, ни тряпок. О, вот беда-то. Сиди здесь. Сейчас принесу. Красивенькая какая. Ну, сесть вот, бери. Я не хочу. Возьми конфетки вкусные, брата угостишь. Нет, спасибо. Да бери, ну что ты. Так. А ты что вылез, а? Боря. Тебе что здесь надо? Боря. Что она тебе хотела, а? Конфеты Боря. Предлагала. Боря. Конфеты Боря. Предлагала. Ах, ну-ка, ну-ка, дай сюда. Так, так, еще раз сюда Валь. Зайдешь, ты у меня вообще ходить перестанешь, понял? Валь! Только, Валь. Только под себя, Валь, а да, ты скотина! Валентина. Я его коплю, я его пою, а он скотина такая последняя. Ой, как мне нравится! Ой, какая веселенькая, правда? Да, да, веселенькая. Только, мне кажется, размерчик не ваш. Я вам длину бы другую посоветовала. Вы что, хотите сказать, что я толстуха? Я не... Да нет, ну что вы. Просто я хотела, чтобы вы сделали полезную покупку. Как носили вас... с удовольствием. Как вас здесь только таких держат-то? Покупателям хамить. Скажите, это шелк? Да что вы, синтетика, конечно. Ну что, приуныла-то? Не идет торговля? Да не идет. Уже скоро сворачиваться, ничего не продала. Может, что-нибудь так делаю? Чего-то? Да ты все не так делаешь. Ну, разве можно говорить покупателю, что вещь ему не идет? Ты же продавец, а не стилист. Твоя задача – товар продать. А ему идет, не идет. Это же не твоя забота. Здравствуйте. Синтетика? Это... Да что вы! Это ж чистый шелк. Посмотрите, поэтому и стоит дороже остальных, понимаете? А чья она? Индонезия. Возим маленькими партиями. Вот эта блузка у нас вообще в одном экземпляре. А можно примерить? Да, конечно, проходите. Вон у нас там зеркало. Давайте. Давайте. Не подошла? Почему же я беру? Только упакуйте аккуратно, шелк все-таки. Конечно. Держите. Носите на здоровье. А может, юбочку подобрать под кофточку-то? В другой раз обязательно. Зарплату получу. Запомни вашу палатку. До свидания. Спасибо. Да, держи. Спасибо. Да. Звучит красиво. Пашка у меня младший, это Олежка, а это мой благоверный, Аня, Сашка. Саша, это Аня, новенькая. Здравствуйте, Аня. Ты, здравствуйте. Она не умеет еще ничего. А, давайте, Аня, сейчас я спрашиваю. Ничего страшного, давайте. Да ладно, ты не стесняйся, ему же не сложно.
Слушай, у меня вообще почти идеальный муж. Он целый день впахивает у себя на сервисе, там, до крутого мастером работает. А вечером приезжает обязательно мне помогать. Даша, вы же знаете, что хвастаться нехорошо. Ну, Александр, ну это же чистая правда. Даша, перестань. Спасибо. Ну ладно, дай похвастаться-то перед подругой. Похвасталась? Поедем домой, пожалуйста. Поедем. До свидания. До свидания. Строгий у меня прям в черном теле держит. Ладно, пока. С первым днем тебя. Спасибо. Даш, спасибо тебе за все. И что, с тех пор она даже не звонила? Я сама ничего не понимаю. Может, уже что-нибудь случилось? Да нет. Это она просто не понимает, что если не объявится, то что-то может случиться с вами. Миша, помолчи. Куда ж ты подевалась, Аня, Анечка? Ну и где мы ее искать теперь будем? Страна у нас большая. Может, телефон на прослушку поставим? Степан Петрович. Может, ну и я? Да найдем мы вам девку помоложе, покрасившую. Миша, я говорил тебе, что ты идиот, причем полный. Я, кажется, просил тебя помолчать, а ты открываешь рот. Зачем? Так я, Степан Петрович, вы эту Аню найти хотите, чтобы... Да, я очень хочу найти эту Аню. И не ваше дело зачем. Ваше дело ее найти. Ясно? Идиоты. Какая красота. Чисто как. Мама, мама, мама! Ну, вы мне помощники? Да. Мы с Дарьей убрали комнату, не знаешь, как помогала? Ты еще Лера убрала. Ну, ты тоже помогал. Какая комната красивая у нас. Значит, я все вовремя купила. Дань, прыгай на диванчик. А что там? Это занавески. Сейчас будет совсем хорошо. Да? Да. Держи, Дань. Мам. Чего? Мам, давай все равно искать другую квартиру. Лер, ты чего? Что-то случилось? Наш сосед. Мам, я его боюсь. Он как-то обидел тебя? Нет. Он просто ходит за мной все время и смотрит как-то странно. Если ты еще хоть раз, скотина, подойдешь к моей дочери, я тебя убью. Ты понял? Кем нет, ты понял? Носить на здоровье. Берите, не сомневайтесь. До свидания. Юбочку, как этой кофточки. Смотрите, как хорошо. А? Ну ладно, Сингапур же, ну. Че, у тебя идет торговля, да? А я смотрю, ты опасный конкурент. Всех покупателей мне сегодня забрала. Сама научила. А че ты с утра с пивом? Ой, что-то в киоске воды не было, а пить так хотел. Понятно. Слушай, у тебя никого нет из знакомых, кто бы сдавал комнату или квартиру недорого? Да нет, вроде. А что, ты с квартиры гонит? Да нет. Соседи достали. Точнее, сосед. Ворует, что ли? Лучше бы воровал. Лерку моя пугает, следит за ней. Вот падла. Так это срочно съезжать надо. А ты что, сегодня ее там одну оставила, что ли? Да нет, я поговорила с ней вчера, знаешь. Надеюсь, больше не подойдет в ближайшее время. Поговорила она.
Вот что, Ань, сегодня же Сашка мой к тебе приедет и вещи ваши к нам перевезет. Поживете, пока другую квартиру не снимете. Даш, да не так все серьезно. В конце концов, вот от комнаты ключ есть. А Лариса мне заплатит деньги, я поищу, где с детьми пожить. Ань, ты наивная такая. Вот прям как девчонка 15-летняя. Только девчонке это позволительно, понимаешь? А бабе с двумя детьми нет. Спасибо, я лечусь. Ладно. Короче, да, я тебе запишу домашний свой, адрес и телефон. Спасибо. Передумаешь, сразу приезжай. И не бойся, парни у меня хорошие, они тебя не обидят. Вот. И ты мне напиши тоже мой телефон, адрес там, на всякий случай. Напиши. На, держи. Спасибо. Пересчитай. Да. Зря не считаешь. Может, я тебя обманула? Да что, я вам верю. Никому верить нельзя, запомни. Никому. Попробую, но не обещаю. Че, Дашки до сих пор нет, она же заболела. А она болеет. Иногда. Ну ладно, мне пора. Счастливо, спасибо. Счастливо. Тебя замочу. Ну-ка, вставай, пойдем. Давай, вставай. Вот, давай. Где шапку потеряла? Где он, где? Моя, заходи. Держись. Да что? Идем, я положу тебе. Тихо, тихо, тихо. Алло, это Саша? Вы извините, что... А, нет. Сейчас я заберу ее. Может, не будет, я пускай поспит. Может, пускай поспит, не будите ее. Сейчас я заберу ее. До свидания. Привет, Даш. Как себя чувствуешь? Че, обиделся на меня? Даш, ну за что? Ты не понимаешь? Ты из-за того, что я Сашке позвонила? Да я как представила, что он чувствует. Ночь, жены нет. Он мне сказал, что уже морги стал обзванивать. Слушай, ты, мать Тереза, я к тебе как к подруге пришла, надеялась, что ты поймешь, а ты...
для Сашки лучше. Чтобы я умерла, чем меня опять так убить и видеть. Ты что такое говоришь? Короче, иди, не мешай работать. Даже он любит тебя. Я хотела... Я сказала тебе, ну уйди ты отсюда, ну оставь ты меня в покое, я тебя не знаю больше, пошла вон! Лер! Дай! Мама, я здесь! Убери меня! Убери! Чей тогда? Не скажу. Дай, мама, устань. Поспи. Вот увидишь, наши завтра опять проиграют. Не знаю, не знаю. Здрасте. Документики предъявляем? А в чем дело? Почему не взяли документы? Пройдемте в отделение. А что случилось? Мы с детьми уезжаем. Собирайте детей и в отделение. Вставай, Дань. Вась. Дай сигаретку, пожалуйста. Федотова, сядь на место. Зинаида Ивановна. На место, я сказала, сядь. У каждого своя работа. Патрушева. Все, пошли, готово уже. Здравствуйте. Пошли, бабушка. Патрушева, здравствуйте. Он жив, но находится в больнице в тяжелом состоянии. Конечно, я понимаю, что вам выгодно, чтобы он выжил, но боюсь, что суда все равно не избежать. А что за это судят? За нападение судят. Тем более вы скрылись с места преступления. Это расценивается как побег. И кроме того, потерпевший утверждает, что незадолго до нападения вы грозились его убить. Это правда? Так это он напал на мою дочь, понимаете? Я просто пыталась защитить ее. Он приставал к ней, понимаете? Я просто совершенно случайно вернулась с работы пораньше. А свидетели-то есть? Да. Я свидетель. В общем так, если он выживет, вам нужно постараться уговорить его гражданскую жену, чтобы она забрала заявление, ну, чтобы не доводить дело до суда. А сейчас отпустите меня? Ну, если у вас есть поручители, то...
Так как у вас дети, я могла бы отпустить вас под подписку о невыезде. Поручители есть? Московской регистрации у вас тоже нет. Все против вас. Скажите, а где мои дети? Не волнуйтесь, ваши дети здесь. Только вам нужно как можно быстрее позвонить кому-нибудь из родственников или знакомых, чтобы их отсюда забрали. Иначе мы будем вынуждены отправить их в приемник-распределитель. Надоело мне. Жизнь собачья, а? За что мне такое все? Господи, что? Ларкан, а Анька где? Не изволила явиться. С утра названиваю, реакции ноль. Она не могла просто так не прийти. Случилось что-нибудь? Ага. А у вас всегда что-то случается. А у меня рабочий день на 2 часа позже начался. Хорошенький бизнес. Я всегда говорила, что сама не сделаешь, никто ничего нельзя, не сделает. Никому ничего нельзя доверять. И передай своей подружке, что она уволенная. Я тебе говорю. Ты там, что ли? Ну ты даешь. Как дура, представляешь, провала пионерка. Ой, слушай, прости, пожалуйста. Ну, заморала? Mm. Двигайся, че ты как скрывается? Так теплее будет. Да. Откуда парни? С Киргизии. Киргизия. Ой, что-то тут тоже жарко становится. Ой, жарко становится. Че, нравится? Хочешь нам поносить? Ты красавец будешь. Ну-ка, вот, вот. Ну, ты. Что попала, красавица? Первый раз здесь. Хочешь, погадаем? Ну все, выпускай ее. Низам? Подходящий Игорь. Ты что, Низам, давай строить любовь. Федотова, потише. Ладно, Вася. Патрушева, выходи. Куда вы меня ведете? На выход. Поручитель твой приехал. Кто? Да мужик твой. Или кто он там тебе? Это вы? Да, здрасте. Саша. Саша, вы знаете, моих детей забрали в приемник, понимаете? Не волнуйтесь, дети ваши у нас дома спят. Да. А как вы узнали, что я здесь? Ну, как узнали? К вашей соседке, к этой бывшей, заехали, все узнали. А ты что не позвонил-то? Я не думала, что вы приедете. Спасибо. Пожалуйста. Поехали домой. Короче, были мы у твоей соседки бывшей. Она сказала, что алкаш ее вроде жить будет. А сама эта скотина за свое заявление подвинься. 50 тысяч хочет. Да. Да, ну, 30 у нас есть. Надо подумать, где взять остальные. Не надо, я Ларису займу. Да не варианты, Танька. Лариса баба жадная, практичная. И зла на тебя, как черт. Слушай, жена, и продать у нас толком нечего, да? О, можно машину продать. Вот. Да, да. Машину. Нет, спасибо, я у вас денег не возьму. Вы так меня спасли, детей моих. У меня есть что продать.
Вообще-то мы стараемся не связываться с камнями. Вы знаете, бывает такая искусная работа, что даже опытный глаз не отличит. Но вы на мошенницу не похожи. 40. 40? Но в магазине не стоит намного дороже. Но вы же не в магазин пришли. Мне очень нужно 50. Ну хорошо. Десяточку я накину. Но выкупить вы их уже не сможете. Согласна. Ну, вот и все. Больше ты перед нами не виноваты. Возьмите. Все? Все. Я думала, что обманешь. Хорошая ты баба, Анька. А я... Ты это... Зла на меня не держи, если что, а? Ладно? Ань, ты это... Ну, заходи, если что, а? Ну да, ага. А я бы не удержалась. Врезала бы ей как следует. Ага, потом опять за решетку. Да я уверена, дойди до суда, тебя бы оправдали. Рассказала бы, что к чему. Любая мне мать на твоем месте так же бы поступила. Даша, на самом деле счастлива, что все обошлось. Просто нельзя мне рисковать. Да понимаю, у тебя же дети. Дело не только в этом. Был у меня один случай в жизни. Ну, еще до того, как все изменилось. Не знаю, можно ли вообще об этом рассказывать. Расскажи. Если что, я никому. Пошли мы с подругами к одной женщине, ясновидящей. Ну, я тогда ни во что такое не верила, смеялась. Ну, и нагадала она мне, как казалось, какую-то ерунду. Начало все сбываться. Ну, и в том числе нагадала она мне тюрьму. Что, только тюрьму? Да нет. Еще любовь великую. Но в этом, боюсь, она ошиблась. Ну что, полуношницы, не наболтались еще? Завтра вставать рано. Саш, да мы знаем. Сейчас идем. Ань, ну не переживай ты, все как-нибудь образуется. Поверь. Даже у уборщиц требуется высшее образование. Ну, да я посмотрю. Ну вот, отличное предложение. Смотри, в открывающийся ресторан премиум-класса требуются официанты, нормальная зарплата, еще и чаевые. А с меня приятная внешность и опыт работы не менее 3 лет. Да ладно, наврём мы чего-нибудь про опыт работы-то. Слушай, а вот с внешностью что-то делать надо. Ой, так. Даша, навру я, что я где-то работала, а если они что-то попросят сделать, чего я не умею. Что там уметь-то? Принеси, подай, да и не смотри ты даже. Ерунда все.
Ты же сама говоришь, что раньше с мужем часто по ресторанам ходила. Ты же лучше них все знаешь. Так сказать, со стороны клиента. Сейчас, подожди. Ну-ка, пойди-ка. Слушай, цвет хороший, но не к этому случаю, да? Мне кажется, нет. Легкомысленно. О, вот она. Ну? Красиво? Ага. Ну, что ты встал-то? Иди примерь в спальню. Давай. Все-таки мне не 20 лет. Дура ты, Анька. Ой. Не, ну платье тебе прямо очень идет. Спасибо. А вот с волосами у тебя катастрофа. Ну ничего, сейчас я из тебя человека сделаю. Даш, мне еще Даньку из садика забрать надо. Начинается. Парни мои заберут. Или Лера, я им позвоню потом. Знаешь, у меня, честно говоря, вообще денег не осталось. Я договорюсь, потом отдашь. Смотри, Либерти. Красиво. Сейчас. Давай, давай. А помните, он еще весь урок расслал? Да, главное, нормально. Потом Настя все списала, а Ларьку еще и 5 поставила. Слушай, мы сегодня в кино собрались, вон Машке папа денег дал. Ну ты как, с нами? Не, меня уже ждут. А что это тебя Олег с Пашкой ждут? Привет. Привет. Ну что, Олег, ты идешь? А что это она с вами ходит? Ну потому что сестра она. Правда? Ну да. Да, ну да. Ты знала? Нет. За что? Хоть. Ой, Дашка, я тебе не верила. Анька, если бы я знала, какая ты можешь быть, я бы ни за что тебя на это не подбила. У меня же все-таки дом-то живой мужик, как-никак. Чего ты такое говоришь? Я вот зарплату получу первую, когда на работу устрою, сразу съеду. Да ладно тебе, ну какая ты, блин, а я вообще не про то. Дашка, спасибо тебе за то, что ты есть. Анька, слушай, а тут недалеко кафешка есть, пойдем, а? Отметим твое преображение. Ну как же, Саша с работы уже пришел, и детей надо кормить, они голодные сидят. Ну, Саша без нас же ужин разогреть не сможет, да? Да не боись ты, ну справятся они без нас. Ну что мы все вкалываем, так праздника хочется, а? А давай мы в выходные вместе куда-нибудь пойдем с тобой. И всех возьмем, а хочешь ты одна с Сашкой пойдешь, я посижу с детьми. Так, я не поняла, ты мне подруга или что? М? Ну пошли, ну пошли, Анна, сейчас устроишься на свою работу. Вообще никуда вместе не выйдем. Ну ладно, только ненадолго. Пошли, пошли, Ань. Что, дерешься? О, наверное, мама пришла. Всем привет. Привет, папа. Вы где? Мы на кухне. О, на кухне. Ты чем повторяешь фразу? Какие у вас запахи здесь. А вы что, не ели еще? Привет. А, мы вас ждали. Ага, привет. Молодцы. Ну, тогда... Где же моя сосиска? Вот она твоя. Моя. Все твои сосиски. Давай я с тобой сяду. Вот так. Ага. Я его как увидела, сразу поняла Баю. А с его стороны ничего. В институте по мне ни один герой вздыхал, а Саша по ноль внимания. Представляешь, я год промучилась без взаимности, а потом решила, не любишь? Тогда заставлю тебя, Сашенька, ревновать. И почти на глазах у него, с нашим же однокурсником, на картошке. Все назло. Дура. Сашка мне такой скандал устроил, как будто муж или жених. Он, оказывается, любил меня, просто сказать стеснялся. Знаешь, как я тогда ревела? А он меня утешал. Спасибо.
Тогда первый раз поцеловались, и все у нас тогда первый раз случилось. А потом оказалось, что я беременна. Записалась на аборт, пошла, Сашу перепустил. Какая, говорит, разница? Ребенок же веселый был такой, влюбленный. Женились. Это потом уж оказалось, что Олег на Сашку не похож совсем, а вылитый наш однокурсник. А что, Саша? А что, Сашка-то? Они с Олежкой не разлей вода, он же сирота детдомовский, я же тебе говорила. И у него всегда с детьми, как тебе сказать-то, господи. Ну, в общем, ему с детьми хорошо. Повезло тебе, Даша. Мужчина, который детей чувствует, он настоящий. Какой там повезло? А что-то не так? А не любит он меня. Прощает, терпит, а не любит. Давно уже. Зря так. Вы столько времени вместе. Так заботится о тебе. О! О! Тоже меня жалеешь. А я хочу, чтобы любили. Разницу чувствуешь? Ну, что ты выдумываешь? Благородный, блин. Мучается со мной, а терпит. Обязана я ему, конечно, что там говорить-то. Только знаешь, вот именно этого я ему простить все эти годы и не могу, понимаешь? Так что забирай. Че? Я же вижу, ты к нему неровно дышишь. Ты что такое говоришь? Добрый вечер, девушки. Я смотрю, у вас уже все закончилось? Она так начинается. Не составите нам компанию. Сейчас еще музычка скоро будет. Потанцуем. Нет, нам пора, мы уходим. А я, пожалуй, соглашусь. Даш, нас дома ждут. Пойдем. Хватит. Так не трогай меня. Ты хочешь домой, ты иди. А я останусь. Ну, где твои друзья-то, герой? Види! Аккуратно. Ой. Ну, пошли. Пойдем, дорогая. О, ребят, мужики, знакомьтесь. А что, пиво, что там у меня коньячок остался? Я не могу. Давай, сгоняй. Смотри, что. Ух ты! Сейчас, может, здесь кто-нибудь тоже захочет поиграть. Давай, это стол на самом деле. Сейчас мы его с тобой вот так разложим, да. Вот так. Вот так, если я ничего не забыл. Убери, пожалуйста, вот, вот это. Куда убрать? Вот это, пожалуйста. Вот так, да. Ого, это старое лего. Это все старое лего. Так, ну давайте соберем что-нибудь. Ну, давайте. Олег, я помню его. Олег, а? Дверь открой, пожалуйста. А. А мы здесь сейчас будем дворец делать. Забыл все. Это что за... Здрасте. Здрасте. Саш, привет. Привет. А где Даша? Да мы зашли с ней в кафе. В кафе? Ну, это я виновата. Она пила? Да. И где это кафе? Саш, если бы я знала, что все так будет, никогда бы не пошла с ней в кафе. Если бы я знал, что все так будет, у нас бы с Дашей вообще бы ничего не было. Ты не сердись на нее. Она вас очень любит. Любит, не любит, какая разница? Нет, я... Я не злюсь, я не ревную, она заботливая мать, и этого вполне достаточно, чтобы... Понимаешь, пьянство – это болезнь, и водка, она как деньги, делает человека идиотом, дураком. В общем, если Даша сопьется, то я, муж, буду отвечать. Так что, видишь, Аня, все лучше у нас уже было в прошлом, в юношеских мечтах. Может, она просто устала. Ты мужа любила?
Да. Ну тогда знаешь, что любовь это... В общем, настоящая любовь очень редко встречается в нашей жизни. Где кафе-то? Куда не отваливай? Сигарету дай. Слушай, а ты молодец. Боевая. Не растерялась. Я не ожидал. Я сама не ожидала. Испугалась очень. Ань, ты... Извини, пожалуйста, что я тебя втянул в эту историю, в это дерьмо. Да это я виновата. Я должна была ее остановить. Ее остановить? Да... За все эти годы мне ни разу не удалось ее остановить. Так что у тебя тоже ничего не вышло. Да ты не волнуйся. Здесь виноват один человек. Знаешь кто? Я. Так. Вот так вот. Сейчас. Вот. Давай, помогу. Так это делает. Да, да, да. Ой, осторожно. Здесь усы. Молодец. Красивая прическа. Все. Я пойду спать, а то... Да. У меня завтра собеседование. Рано вставать. Спокойной ночи. Здравствуйте. Добрый день.
А мы пока закрыты. Но через полчаса мы будем рады вас принять. А я вообще-то по поводу работы. Понятно. Сейчас я позову менеджера. Спасибо. Здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, и кем вы хотите у нас работать? Официанткой. Официанткой. Ну, мы, по-моему, ясно сформулировали свои пожелания. Юнаши. Женщин у нас так хватает. Но в объявлении было написано официант, и я подумала, это и мужчины, и женщины. Подумали. Ну, а опыт работы имеется? Да. Трудовую? А у меня нет трудовой. Mm. Я работала у знакомых в ресторане. А, понимаете, у нас очень серьезное заведение. И мы очень дорожим своей репутацией. Поэтому не можем брать без рекомендаций с прошлых мест работы. А я могла бы... Доброе утро, Аркадий Борисович. Доброе, доброе. Как у нас дела? Дела прекрасно. Через вот 20 минут открываемся. А вы, мадемуазель, к кому? А да и так, рабочий момент. Сами разберемся, Аркадий Борисович. А я очень хочу работать у вас официанткой. Вот мы об этом говорили. Официанткой? Угу. Вы не похожи на официантку. Вас как зовут? Анна. Анна. Ну что же, Анна, давайте проверим вас в деле. Будете моим официантом. Виталий, выдай Анне униформу, я буду за своим столиком. Пожалуйста, наше вино. Меня зовут Анна, сегодня я буду вашим официантом. А он что? А он? Он спросил меня, какое бы я вино посоветовала ему к этому мясу. И я предложила ему Шато Петрус. И после этого тут же он сказал, что принимает меня на работу. Здорово. Теперь заживем. Да. И будем питаться, как в ресторане. И будем запивать все это дело этим... Ну, как его? Шато Петрус. Да. Да. Ты давай сосиски ешь, Шато Петрю. А что вы посоветуете мне к этим сосискам? А к этим сосискам я посоветую вам свежезаваренный черный чай. Мама попросила воды. Давай, я Даш. Может, все-таки врача вызовем? Я уже... Давай, давай. Я уже почти в норме. Завтра, послезавтра. Все будет в порядке. Попей. Плохо только, что вы меня домой приволокли, и теперь все это на глазах у детей. Когда-то неизвестно где, им еще хуже. А чего вы там смеялись-то? Тебя на работу приняли? С твоей легкой руки.
Вам, Дарья Сергеевна, имиджмейкером работать надо. Здорово. Там же, небось, мужики будут богатые, да? Еще мужа там себе найдешь. Крутого. Поедете с ним на Канары какие-нибудь. Даша, спасибо тебе. Никогда с тобой не рассчитаюсь. Ты уже рассчиталась. Я же вижу, как ты о пацанах заботишься, о Сашке. Я же мать-то никудышная, ты же на то же. Неправда. Ты прекрасная мать. Иначе бы у тебя не было таких отличных ребят. А я сейчас первую зарплату получу, я съеду. Начинается, да? Съеду, съеду. Ты спросила, мы хотим, чтобы ты съезжал-то. Ведь ты, Лерка с Данькой, нам уже как родные теперь. А ладно, делай, как знаешь. Ты мне вот одно пообещай. Все, что ты хочешь. Обещай, что когда все кончится, ты моих не оставишь. Зачем так говоришь? Обещай. Даша. Дура какая же ты. Какая же ты дура. Ну, хорошо. Ну, ты иди. А ты? А, я должен Олега в палатке подменить. Мама не может, а у него подготовительные курсы. Зачем ты к школе шел? Рынок же в другой стороне. Ну, себя проводить. Я же вроде как брать тебя. Ну, ладно, пока. Пока. Привет. Привет. Квартира большая, светлая. Единственное, что мебели нет, ну совсем новая. И недалеко от метро. Так он, наверное, дорого сдает. Да нет, он ее для сына бережет, ждет, когда сын женится. У него доходы-то приличные, заламывать не будет. Знаешь, он говорит мне, я недорого, говорит, буду брать, только человек надежный, чтобы был. Угу. Я говорю, человек ты как раз надежный. Ань. Ты можешь уйти в зал, а? А что случилось? Вот, ну дай человеку поесть, а? С 8 утра на ногах. Да там девица какая-то ненормальная. Она мне что-то все спрашивала. Я даже ничего не поняла, что она хочет. Теперь она разозлилась. Требует менеджера. Так и зови менеджера. Так его нет, менеджера. Он ушел час назад с какой-то бабой, до сих пор не вернулся. Что делать? Говорить, что нет? Я выйду к ней. Добрый день. Вы хотели видеть менеджера? Добрый день. Понимаете, просто я хотела сделать заказ, но ваш официант не совсем меня поняла. Я, конечно, понимаю, что вы недавно открылись, но даже для нового места сервис у вас за гранью добра и зла. Позвольте мне самой попробовать исправить ситуацию и принять у вас заказ. Да, прекрасно. Тогда я хотела бы сезонный салат, чего-нибудь согревающего, но не слишком тяжелого для желудка. Вино к нему давайте на ваш вкус. А после этого хотелось бы чем-нибудь взбодриться после обеда, чтобы не уснуть. Вот только кофе я не пью. А еще я очень люблю сладкое. Но боюсь поправиться. Я поняла, спасибо за заказ. Да, кстати, и на все это у меня ровно 1 час.
явно какая-то проверка. И что делать? Выполнять заказ. А как понять, что она хочет? Значит так. Салат капризе. Телятина с болгарским перцем на гриле. И после всего этого ассам со сливочным муслом и двойной порцией клубники. Нифига себе. Как ты поняла это все? Я просто поставила себе на ее место. Да, ребята, давайте побыстрее, потому что она спешит. Слушайте, может, она из налоговой? А может, это телепрограмма с розыгрышем? Ребят, какая разница? Главное, чтобы человеку у нас понравилось. Ну что, стоим? Работаем? Что такое? Знаешь, кто это? Вот эта девушка. Ну и кто это? Черт, это Елена Зверева, ресторанный критик. Черт, я попал, а? Да мне шеф башку снесет за то, что меня на месте не было. Стой! Куда ты? И что сейчас будет? Какая прелесть! Спасибо, Нина, за сюрприз. Почему без фартука? Клиентка потребовала менеджера. Мне пришлось выйти, а менеджеры не носят фартуки. Что? Тебе пришлось к ней выйти? Да ты все испортила. Наоборот, она осталась довольна. Да ты понятия не имеешь, кто это такая. Это же известный критик, она не могла быть тобой довольна. Она осталась довольна нашим рестораном. Нашим? Да ты тут без году неделя. Я не собираюсь уходить. Метишь на мое место. Просто заменила, когда вас не оказалось на месте. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Как дела? Ничего, нормально. Непривычно, правда, целый день на ногах. Да, понимаю. А давай за тобой поухожу. Давай, давай. Чай. Да ну ладно, я сама. Садись, 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 садись. Давай я нам чай дам. Варенье. Варенье. Во. Углеводы, витамин С. Ну и чайник сейчас. Подождем. Вот. Приятно, когда о тебе заботятся. Да, приятно, когда о тебе заботятся. Знаешь, а мне сейчас понравилось о тебе заботиться. Чай.
Наше счастье, что Звереву все понравилось. Заметили, сколько клиентов? А когда печатная версия выйдет, народ вообще повалит. А ты молодец. Этот успех твоя заслуга. Спасибо, Аркадий Борисович. Стараемся. А обслуживал кто? Новенькая? Нет. Да она вообще все время на кухне толчется. Да и лезет не в свои дела. Знаете что? Я вообще предлагаю ее уволить. Да? Ну что ж, увольняй, раз не справляется. Окей. Патрушева. Доброе утро. Ну что, дорогуша, собираем манатки? Ты уволена? Как уволена? Ну, так уволена. Шеф дал добро. Я справляюсь со своими обязанностями. Ну, знаешь, не тебе решать, справляешься ты со своими обязанностями, не справляешься. Уволена. Всего хорошего. Счастливо. Говорите. Ну, это... В общем, пришли сказать, как на самом деле было с этой журналисткой. Так. Оп. Так. О, зарплату, что ли, дали? Лучше, премию. Это тебе. Ох, мама! Привет. Ну, у меня для тебя подарок. Смотри, какой. Оп. Я всю жизнь об этом мечтал. Подержи. Люблю. Паш, тебе тоже подарок. Держи. Ну, спасибо. Это Лере отдай. Ань, ну, зачем ты? Ладно, спасибо. Зарплату надо тратить с удовольствием. Так. Смотри. Вау. Вот это да. Привет. Держи, снова. Да? Ой, слышно, что спасибо. Ай, пожалуйста. Домой, вот, знаете, где я была? Отлично. Нет. Получилось. Праздновали мою новую должность. Я теперь менеджер в ресторане. О, как. Поздравляю. Поздравляю. А это... Не, у меня... Гнусный. Мэри, начальник твоего. Уволили, что ли? Да нет, его в офис перевели, бумажки перекладывали. О, вот так и надо ему. Да? Круто это было, а? Поздравляю. Даш? От тебя. Мне подарок. Ты что, с ума сошла, что ли? А что это? Не открывай. Тихо, стой, дай с другой стороны поправлю. Кто ждет? Смотри. Ух ты. Не, у меня вообще просто. Нравится? Да. Ой, Начинает звездный войн. Круто. Я буду сдавать. Привет, здравствуйте, деньги. Ну, я знаю. Ну, ребята, у меня предложение. А давайте завтра вместе погуляем. Ну, в кино. Мороженое поедим. Там на аттракционы. М? Да, конечно. Сходите, проветритесь. Это наши бедные дети. Небось, забыли, что это такое, да? Как-то, конечно, вместе пойдем. Да ладно, Аня, вот я совсем оклемаюсь, тогда, конечно, вместе пойдем. А пока вы сами. А мне мороженое привезете. Сашка вон отвезет. Саша, отвезешь? Да, конечно.
кидай давай лучше. Давайте, кто дальше? Да, давайте. На счет три. Давай. Подожди, ну, только подожди. Подожди, я возьму. Раз, два, три. Я на еще. На работе как дела? Ой, там такое. Нашему хозяину идеи в голову пришли. Не знаю, как теперь выкрутиться. Ну, хочет сделать рекламу для своего ресторана. Снять видеоролик. Со мной. По-моему, это здорово. Саша, ну-ка из меня модель. Самая настоящая. Так хочется маме позвонить. Сказать, что все наладилось. Понимаю. Знаете, Сель, в порядке. Со своего номера только не звони. Я думаю, Степан тебя ищет. Да он деньги Илье уже заполучил. Думаю, про меня он уже забыл. Не забыл. Это почему? Таких, как ты, не забывают. Пойдем. Снежки. Снежки. Пойдем, снежки. Валерки с шариком. Мама! Мамочка, это я! Смотри, смотри, смотри! Ну! Так, 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 ой! Ё-моё, горим, девки! Ай-я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 й. Шампусик бери. Лапотный какой кусочек. Упс. Степан Петрович, объявилась птичка. Неужели вернулась? Ну, только звонила. Наши пробили. Московский автомат уличный. Так что можем и поискать. Прекрасно. Значит, завтра в Москву. Завтра? Степан Петрович, может, ну и я. Тут... Миша, объясни, ты просто тупишь или советуешь, как жить, а? Че, Миша? Москву? Значит, Москву. Спасибо. Следи за шашлыками. Привет. Ну что, давайте начнем? Да, мы практически готовы. Ну, красиво, красиво. Хватит уже. Текст помнишь? Пока да. Боюсь, перед камерой все забуду. Аркадий Борисович, ну, может быть, пока еще не поздно, вы возьмете профессиональную актрису? Так, не ной. Ты лицо нашего ресторана. Так что рекламировать его должна именно ты. Ребята, мы готовы. Начнем. Да, можем. Спасибо. Внимание. Камера. Мотор. Идет. Кадр один, дубль один. И начали. Наш ресторан – это уникальная кухня. Самые свежие продукты. И лучшие вина в городе. И даже необычный интерьер. Да, все это так. Ты
Мам, какая ты красивая. А ты что не спишь? Я хотела посмотреть на твое платье, на твою прическу. Ну, посмотрела? Да. Я все та же мама? Угу. Ты давай иди ложись, а я моюсь к тебе приду, ладно? Добрый вечер. Добрый вечер. Аня! Аня! Как съемки прошли? Интересно. Только очень долго. Целый день заставляли меня улыбаться. У тебя такие глаза необыкновенные. Их так накрасили. Даже смывать не хочется. Вот скажи, ты как думаешь, можно начать жить сначала? Не знаю. Сложно все это. Прежнюю ты куда денешь? Да. Ну, а если чувствуешь, что вот жил все время, как в тумане, как во сне, а счастье твое, оно вот, оно рядом. Саша, слишком много людей от тебя зависит. Дети, Даша. Я люблю тебя. Я люблю тебя. И я вижу, что ты тоже любишь меня. Почему мы должны запрещать себе быть счастливыми? Аня! Аня, стой! Подожди, не надо, мы всех разбудим. Аня, Анечка, мы должны быть вместе, понимаешь? Но мы не можем быть вместе. Мы не имеем права. Себя предавать. Понимаешь, мы не должны предавать друг друга. Прости. Я завтра уеду. Почему это все так внезапно? Мы уже давно собирались переехать. Вот нашелся вариант. Сдает совсем недорого. Ой, я же вещи привезла. С работы отпросилась сегодня, так что сейчас сразу поедем. Но я же даже с мальчиками не попрощалась. Ну, позвонишь, попрощаешься. Мама, у нас что-то случилось? Нет, с чего ты взяла? У нас теперь целых две комнаты. Здесь так просторно и тихо. Зато теперь у тебя есть целая комната. Лер, не грусти. Не надо грустить. Thank you.
этот номер таксофона. Может быть, где-то здесь она и села. Ага. И что теперь? Каждого подъезда наблюдение выставить? Да нет, мы ж просто спросим, где живет наша птичка. У кого спросим? У бабок, Миша, они не все знают. Короче, мы ее братья. У нее с головой проблема, уехала с детьми, мы с ног сбились, найти не можем. Налоговая инспекция. Можно войти? Взрослые дома есть? Нет. Но отец должен скоро вернуться. Ага. Нам поступила информация, что вы здесь комнаты приезжим сдаете. А налоги не платите. Да ничего мы не сдаем. Да и сдавать-то нечего. Квартира-то тесная. Слышь, малый, ты не гони. А женщина с детьми живет. А ты как? Да нет у нас никакой женщины. Ну ладно, если она ваша родственница, ее все равно регистрировать нужно. Да нету, только мама моя. Ну а как же, соседи говорят, что есть. Ну не знаю, как соседи, но у нас никого нет. Короче, парень, если ты сейчас нам врешь, то потом всем будет очень плохо. Ты меня понял? Понял. До свидания. Валер, ты с какого перепуга про налоговую инспекцию загнул, а? Да так, первое, что в голову пришло. Мишань, грязно сработали. И какого хрена ты на пацана начал наезжать? Инспектор, блин. Я вообще предлагаю пацана прессануть. Сможешь споёт что-нибудь. Не, Мишань, ты точно отмороженный. Уже приложить нельзя? Пацан мутный оказался. Сразу что-то просек. Так что за квартиркой этой присмотреть придется. Миш, ты кнопку-то нажми. Так лифт не поедет. Извините, мне очень жаль, но муж закрыт. Здравствуйте, я Каня Патрушевой. Она здесь? Да, сейчас позову. Спасибо. Здравствуй, Саш. Здравствуй. Как Даша? Даша? Даша нормально. Приходили люди, спрашивали о тебе. Мне кажется, что это те самые. Ну, из твоего города. Ань, я хотел тебе предложить, что... Ну, возить тебя на работу, с работы, Леру в школу, из школы. Ну, на всякий случай. В
целях безопасности. Нет, спасибо, Саш. Это моя проблема, я сама с ней справлюсь. Понимаю. Но ты позвонишь, если что? Да, конечно. Я все рассказал, Даша. Зачем? Больше не хочу жить во лжи. Саш. Да. Мальчикам привет передавай. Обязательно. Все вместе идем в актовый зал. Сейчас, подожди. Паш, что-то случилось? Случилось. На улице ко мне больше не подходили. За мной не разглядели. Что, заболел, что ли? Пошли, я тебе все объясню. Пашка, ты чего? К нам приходили люди. Они искали твою маму. Я думаю, это те же самые, от которых вы сюда сбежали. И что же теперь делать? Ну, ты не волнуйся. Я буду за тобой следить, когда ты будешь из школы возвращаться. Ну, не переживай. Все будет хорошо. Ладно, мне пора. Счастливо. Что же теперь делать? Мам, нам теперь придется уехать из Москвы. Это не выход. Я завтра пойду в милицию. Нет, я все-таки никак не могу понять, в чем проблема-то? Вам угрожали, на вас нападали. Могут напасть. Вы не знаете этого человека. Я просто очень боюсь за своих детей. Нет, я все равно ничего не понимаю. Ну, представьте нам какую-нибудь охрану. Нет, вы думаете, что мы здесь направо-налево устанавливаем охрану? Ну, если вы хотите, мы можем поступить так. Пусть ваши знакомые пойдут в отделение по месту жительства и подадут заявление, мол, так и так, ворвались двое в квартиру и угрожали ребенку, мальчику. В том-то и дело, что они не угрожали. Но они расспрашивали про меня. Да чего сыр-бор тогда? А может, это не они были, а домушники, например, да, они ходят по квартирам, высматривают, как бы чем поживиться, да. Да нет, я чувствую, это они. Чувствую. Только запишем заявление, мол, гражданка Патрушева чувствует, что ее бывший поклонник будет силой добиваться взаимности. Поэтому решено усилить меры безопасности и установить круглосуточное дежурство. Никакой мне не бывший поклонник. Этот человек убил моего мужа. А по этому поводу заведено уголовное дело? Нет. У него в нашем городе все схвачено. Вот видите, это ведь только слова. Но вы же милиция. Вы же должны защищать своих граждан, чтобы с ним ничего не случилось.
А вот когда случится, тогда защитим. Обращайтесь. А что мне сейчас-то делать? Ну, не знаю. Купите топор. Я хотела бы приобрести пистолет. Вы на охоту с пистолетом пойдете? Или для самообороны? Для самообороны. Ясно. Ну, тогда возьмите эгиду. Ну вот, простой и достаточно эффективный. И что вот, ему убить можно? Вообще-то он травматический. Ну, вы знаете, человека вилкой можно убить, если ударить куда нужно. Ну что, берете? Беру, беру. Угу. Хорошо. Лицензию с собой захватили? Какую лицензию? Девушка. Купить оружие можно при наличии специальной лицензии. Ну, это же травматическое оружие. Я так для самообороны не собираюсь убивать никого. Только при наличии лицензии. Ну что, девушка, лицензии нет? Нет лицензии. Ну, можно решить без лицензии. Ой, красота какая! Вот. Да, все это так. Но главный ты смотри, какая. Этом, лучше всех карт. Ничего? Угу, все. Ой, какая красивая! Ой, вы звали Аркадий Борисович? Ну, где ходишь? Смотри скорее, твоя минута славы. А что, это уже в эфире? Анька, да тебе... По всей Москве тебя будут узнавать. Два дня уже, как этот ролик в сети. А с сегодняшнего дня по двум телеканалам показывать будут. Я извиняюсь, Анька, там кто-то спрашивает. Анька, ну все. Кто? Не знаю, пацан какой-то. Класс. Извините, я на минуточку. О, Ань, у нас беда. Что случилось? Ну, в общем, мы с Пашкой с утра на рынок пошли. Папа на работу, а мать дома спала. Она снова накануне выпивала. Ну, в общем, потом позвонили соседи, сказали, у нас пожар. Сигарету она не потушила или еще что. Где сейчас мама? Здрасте. 70% ожога. Мы ничего не смогли сделать. Ей
было больно? Я думаю, что нет. Она так и не пришла в сознание. Паша! Паша, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, стой, стой! Стой, квартира полностью сгорела. Ну, то есть, выгорел дотла. Переезжайте к нам. У нас много места, квартира двухкомнатная, а мебель, мы придумаем чего-нибудь. Нет, Ань, спасибо, конечно, но... Я с сыновьями в деревню. У меня же есть дом в деревне. А школа для мальчиков, твоя работа. Ты каждый день будешь из деревни ездить? Аня, ты в опасности. Что? Ну, Пашка говорит, что люди эти по-прежнему следят за ним. Может быть, он там врет, может, придумывает, но... Саша, ну теперь уже не важно, они все равно знают, где я. Каждый день рекламу показывают. Адрес ресторана и он на уличных экранах. Знаешь что? Собирайся. Да, собирайся. Собирай детей, Данилу, Леру, едем со мной в деревню. Я не могу. Саш, а моя работа? Аня, какая работа? Ты в опасности, дети в опасности. А на что мы жить будем? Да проживем на что-нибудь, ну, я обещаю. Ты не должен так поступить. Нет времени разговаривать. Собирайся, собирай детей, поехали. Салат есть? Да, готовим. Добрый день. Здравствуйте. Столик у окна? Да, можно в окна. Как у вас здесь красиво, как уютно. Спасибо. И, наверное, самый красивый официантки в городе. Спасибо. И у вас работает Аня Патрушев, правильно? Анютка? Да. Конечно. А вы ее знаете? Я родственник, близкий. Да вы что? Да. Знаете, она сказала, что ее днем легче всего на работе застать. Мы сегодня проездом, вот, от мамы подарок привезли. А, ну, что-то я ее в зале не вижу. Она, наверное, на кухне, надо посмотреть. А давайте я с вами пройду, я хочу сделать ей сюрприз. Ой, я у нас не положено. Она так обрадуется, когда меня увидит, вы даже не представляете. Да. Ну, хорошо, пока хозяина нет, пойдемте. Вера Петровна. Что? А Аня сегодня на работе? Аня? Нет, она ушла. А что вы хотите? Здравствуйте, вы не подскажете адрес, где живет? А вы кто? Я ее родственник, проездом в Москве, вот очень хотел подарок от мамы от ее туда передать. Что вы? Ой, рядышком, она тут живет, вот как раз выйдите, да, две остановки на троллейбусе. А? Опа, все, пытаетесь. Спасибо. Ну что, сидим? Адрес есть, поехали. Миш, держись правее, где-то здесь. Не, ну как они ездят, бараны, а? Чуть-чуть не достали, а?
Аня, Аня, неужели почувствовала? Хорошо ехать недалеко, может, еще дома застану. Ага. Пан Петрович, классно это вы с гостинцами придумали. Точно, Миш. Учись, пока я жив. Вот не гони сейчас. Вот здесь поворот направо. Ага. Опа. Степан Петрович, вот сам из той квартиры. Ну, значит, правильной дорогой идем, товарищ. Ну что, встал? Пошли. Мне кажется, в той машине были люди, которые искали Аню. Да? Степан. Мамочка, я боюсь. Двери закройте, из машины не выходите. Так вот он какой, мой счастливый соперник. Что тебе надо от нее? Я тебе потом объясню, герой. Эй, вы! Не трогайте его! Мы уже милицию вызвали! Не бейте его, не надо! Анечка, я тебя так долго искал. Скажи, пусть отпустит его. Его? Конечно, отпустит. Зачем он мне? Тем более, ты его больше не увидишь. Пусти его. Как же ты изменилась? Я поеду с тобой, отпусти его. Ты знаешь, твой герой меня ударил, я стал хуже слышать. Говори громче. Я поеду с тобой. Нет. Я хочу услышать другое. Я очень хочу быть с тобой, ну? Я очень хочу быть с тобой. Громче. Я очень хочу быть с тобой. Умница. Травматического пистолета тоже человека убить можно. Было бы желание. Стоит лицом к стене. Свалились.
Ага. Ого! О! А? Смотрите! Это ж к нам снайпершу подсилили. Ну чё? Поговорим? Ты не бойся нас. Мы не обидим. А я не боюсь. Ты чё, Михайловна? Она мужика пристрелила, а ты не бойся. Это нам надо бояться. Это как тебя угораздило? Говорят, хахля защищала. Из-за мужика убил-то. Да, из-за мужика. Да мы тут почти все из-за мужика. Вон только Машка из-за бабы. Тебя звать-то как? Аня. Ты, Аня, гни свое. Как увидела, что твоего сожителя лупцуют, в глазах помутилась, сбегала за пистолетом и пристрелила. Ну, в аффекте была, понимаешь? Не соображала, что творишь. Поняла? А пистолет не твой был, сожителя. Поняла? Да я не в аффекте была. Я бы сейчас так поступила. Ага. Ты еще это на суде скажи. Мигом лет 15 впаяют, и все. А если в аффекте, то меньше? Ну, тогда, может, лет 5 дадут, если повезет, конечно. Пап! Фу. Привет. Здорово. Случилось что-нибудь? Да нет, вот, кормить тебя приехал. А. Ты же наверняка голодный. Да, голодный. На, кушай. Кстати, а ты где деньги-то взял? Украл. Молодец. Спасибо. Пап, ау. Ну, что там? Плохо все. Следователь настаивает на предумышленном убийстве. Адвокат – пустое место. Государственный защитник. Предлагает ей либо чистосердечное написать, либо психушку ее упрятать. Вот так. Ну, и что теперь делать? Не знаю. Пока не знаю. Есть у меня один человек. Большой специалист. Еще в 90-е не раз меня из такой безнадёги вытаскивал. Я ведь тогда не такой пушистый был. Вот только не знаю, возьмется ли. Вон, я слышал, отдел отошел, цветочки выращивает. Ну ты уж попроси его как следует. Не сомневайтесь, попрошу как следует. Вот только стоит он немало. Где деньги-то брать собираешься? Найду. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Вы ведь Николай Сергеевич? Да.
Николай Сергеевич, мне рекомендовали обратиться к вам. Это дело непростое. Он, конечно, злодей, этот Степан. Но убийство есть убийство. Ну, она защищалась. Она детей спасала. Понимаете, она меня спасала. Молодой человек, я еще раз вам повторяю. Убийство есть убийство. А то, что ей угрожали, это мне еще придется доказывать. Я помогу вам. Как? Ну, я помогу вам доказать. Николай Сергеевич, ну ведь не безнадежно, а? Ну, в конечном счете, за всем этим стоят люди. А к людям надо всегда искать подход. Что я должен делать? Ищите деньги. Видишь, ты в какой переплет Анька попала. Жалко, я ее выгнала. Работала бы у меня, все было бы тихо, мирно. Глядишь, не нашел бы ее этот Степан. Ларис, ну, пожалуйста, ну дай в долг. Ну, ты же знаешь, Саш, я отдам. Ну, я бы рада Ане помочь. Он такие деньги, как этот адвокат запросил. Даже у меня нет. Ларис, ну, у меня все в товаре. Ларис, ну, пожалуйста. Ну, ты же знаешь, у меня дом в деревне есть. И квартира сгоревшая. Просто все это очень долго продавать. Я бы риэлтора нанял. Я уже объявление дал. Ну. Слушай, есть у меня один человечек. Я сама у него иногда крупной суммы стреляю. Жадина, гад, зараза, жулик такой. Но зато быстро деньги дают. Дай телефончик. Квартиру я у вас куплю. Разумеется, не по рыночной цене. Все-таки пожар и срочность. А вот дом... Я понимаю, этот дом вам очень дорог. Но мои клиенты такими строениями не интересуются. Вот землю под ним участок я бы выкупил. Но доплачивать за то, что все равно придется сносить... У меня еще машина есть, она не новая, но я думаю, чего-то же стоит. Видно, сильно вас прижало. Да, все согласна. Сильнее не бывает. Ну, ладно, что в итоге. Я у вас покупаю квартиру, это хватит на ваши расходы. Ну, а домик пусть остается. Чтобы было куда вернуться после счастливого избавления вашей жены. Слышь, Аня, ну не переживай ты так. Все бывает. От сумы до тюрьмы, как говорят. Не зарекайся. Жизнь долгая. Ты молодая. Все пройдет. Все пройдет. Это я тебе как опытная говорю. Да она, наверное, боится, что мужик ей не дождется. Так. А ты, видимо, у нас крутая. Ты этого не боишься? Да? Патрушева, на выход. Стоять руки за спину, за стене. Thank you.
присаживайтесь. Аня. Как дети? Дети. Дети хорошо. Дети скучают по тебе. Мы все очень скучаем по тебе. Аня, у тебя будет очень хороший адвокат. Самый лучший — Дробов Николай Сергеевич. А где ты найдешь такие деньги? Это не важно. Я уже нашел деньги. Саша, а он сможет доказать, что я не убийца? Что мне угрожали? Нас преследовали, меня, детей, он сможет. У нас все получится. Я боюсь, Саша. Я так люблю тебя. Я люблю тебя. Хватит. Не положено. Свидание окончено. Хорошо. Тоже. За всем стоят люди. Поэтому и к людям. Люди есть люди, к ним, поэтому нужно искать подходы. Пожалуйста, говорите, что мы это делаем. Хорошо, хорошо. Я контролирую ситуацию, так что я понимаю, что нужно делать. Я думаю, что может, что за всем кончится. Прошу всех встать, суд идет. Оглашается приговор именем Российской Федерации. Данечка, ну ты что такой грустный? Я к маме хочу. Ну, малыш, потерпи еще немножко. Нужно подождать Сашу, и она нам скажет, когда можно к маме. И что они не пустили нас в зал суда? Ну да, только нас там не хватало. Особенно вон, мелкого. Только Аньку нервировать. Все-таки они долго. О, идут! Мамочка! Ну что, как? Да, что? Как-как? Освободили в зале суда. Все обвинения сняты. Ура, мамя!
вообще прикольно получилось. Может, мне тоже адвокатом заделаться? О, а я как раз к этому времени уже свою фирму открою. Ну, будешь работать на меня, да? Правда, пап? Тогда мы точно разбогатеем. Чего такой грустный? Я не грустный. Я вдруг сейчас понял, что у меня 4 детей. Много? Много. Но надо бы еще. Тогда нам нужен будет большой дом, и мы все поедем отдыхать на Канары. Да, Дань? Я не хочу на Канары. Почему? Я хочу, чтобы все было, как сейчас. Я сквозь эти горы всего, что там у телевизора видела. А там ничего не идет. Привет, иди сюда. Ева, иди сюда. Ева. Ева, ку-ку. Ева. И ку-ку. И ку-ку. Девочка, ку-ку. Привет. Привет. Как? Идешь сюда? Ты что такая? А? Идешь? Ну все, зависла, не придешь ко мне? Эй, не валяшка. Ванек у нас вот такой. Ева, там это хобот, носик закрывающийся. Эй, девочка, привет. Скажи, я сквозь эти горы всего, что там у телевизора видела. А там ничего не идет. Привет, иди сюда. Ева, иди сюда. Ева. Ева, ку-ку. Ева. И ку-ку. И ку-ку. Девочка, ку-ку. Привет. Привет. Идешь сюда? Ты что такая? А? Идешь? Ну все, зависла, не придешь ко мне? Эй, не валяшка. Ванек у нас вот такой.
Ева там. Это хобот. Носик закрывающийся. Девочка. Привет. Скажи, Ева, я сквозь эти горы всего. Что там у телевизора видела? А там ничего не идет. Привет, иди сюда. Ева, иди сюда. Ева. Ева, ку-ку. Ева. И ку-ку. И ку-ку. Евочка, ку-ку. Привет. Привет. Идешь сюда? Ты что такая? А? Идешь? Ну все, зависла, не придешь ко мне? Эй, неваляшка. Санек у нас вот такой. Ева там, это хобот, носик закрывающийся. Девочка, привет. Скажи, Ева, я сквозь эти горы всего. Что там у телевизора видела? А там ничего не идет. Привет, иди сюда. Ева, иди сюда. Ева. Ева, ку-ку. Ева. И ку-ку. И ку-ку. Евочка, ку-ку. Привет. Привет. Идешь сюда? Ты что такая? А? Идешь? Ну все, зависла, не придешь ко мне? Эй, неваляшка. Санек у нас вот такой. Ева там, это хобот, носик закрывающийся. Девочка, привет.
Скажи, я Яскова, сети, горы, всего. Что там у телевизора видела? А там ничего не идет. Привет, иди сюда. Ева, иди сюда. Ева. Ева, ку-ку. Ева. И ку-ку. И ку-ку. Девочка, ку-ку. Привет. Привет. Идешь сюда? Ты что такая? А. Идешь? Ну все, зависла, не придешь ко мне? Эй, неваляшка. Ванек у нас вот такой. Ева там, это хобот, носик закрывающийся. Эй, девочка, привет.